Происшествия на Шадр Инфо. 1 сентября текущего года около 19 часов 45 минут в районе дома номер 45 по улице Свердлова водитель автомобиля «Дэу» допустил наезд на пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая в результате ДТП получила телесные повреждения в виде открытого перелома правой голени и перелома правой ключицы. Девушка госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются. Происшествия на Шадр-Инфо.